Намаскар. Материальный мир – это результат взаимодействия противоположностей мужского и женского, инь-янь, Иды и Пингалы, Шивы и Шакти, правого и левого полушарий мозга, как бы вы их ни называли. Стремление достичь единства противоположностей находит проявление в амбициях, завоеваниях, любви, сексе и йоге. Йога означает единство. Самая простая форма йоги — сложить ладони в намаскар. Намаскар приносит гармонию между двумя противоположностями внутри вас. Сложите руки в намаскар и посмотрите на кого-то или на что-то, проявляя любящее внимание. Через 3-5 минут вы начнете ощущать внутреннюю гармонию. Сложите руки в намаскар и почувствуйте умиротворение. Сложите руки в намаскар и почувствуйте любовь. Сложите руки в намаскар и почувствуйте единство. Познайте единство йоги в этот Международный день йоги. Let us put our hands together and unite the world. May you unfold your being with folded hands.